на месте. Мы приветствуем Павла, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, у него, посмотри, руки связаны, что еще? Он почему-то как марширует, ноги поднимает в коленах, шагает. Угу. Хорошо, Влад, разрежете веревки, и веревки отправляются в клетку-тюрьму. Да, он сейчас дует на запястье, где были веревки. Он что? Я тебя плохо слышу. Дует. Дует? Понятно. Хорошо, от веревок выстраивается канал к ответственным. 1, 2, 3. Притягивай всех ответственных, связанных с этой веревкой и энергией Павла. Да, будет так, и так есть. Это бес. Бес? Да. Бес, а не обнаглел ли ты случайно, а, бес? Он показывает на ней, говорит, смотри, как я его построил. Марширует, как на параде. Отлично. Бес начинает маршировать в клетке тюрьмы, пока я не остановлю этот процесс. Пошел процесс. Хорошо. Я говорит, ты закрыл рот, бес. Бес получает удар. 100 тысяч герц. Удар. Ты реально не понимаешь, куда ты попал? Это же весело. Не бей меня. А мне это весело, бес. Открывая перед ним, перед его клеткой, портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Спрашивай беса, готов ли он уходить добровольно? Нет, конечно. Значит, стой и отвечай, когда я тебя спрашиваю. Закрывается портал в галактическое ядро. Я даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Павла, под ногами. Сканирует все 7 тонких тел Павла, находит все. Павел говорит, устал, честно сказать, от этой веревки? Суеты. А нет, от того, что он шагал без конца. Хорошо. Сегодня у нас бес будет шагать до конца дней своих. Может, еще и олени рога получит. Канал начинает выстраиваться у него. У него спрут. Спрут, хорошо. У него ящер. Ящер. Хорошо. У него еще один спрут. 2 спрута. Инсектоид. Какой зоопарк? Все. Это уже куда больше. Понятно, хорошо. Так, считай цифры у беса, пожалуйста, над головой. 8. 8-герцовый спрут. Сколько ты находился в этом биополе? Какой? 2. Один у него сидит на спина, позвоночник внизу. А другой на голове. Давай с того, который на голове. Сколько ты сидел? В голове побольше, 5 лет. 5 лет. Сколько бес находился в этом биополе? 3 года. Считай цифру ящера над головой. 814. Понятно. Сколько ты находился в этом биополе, ящер? Боится соврать. 7 лет. Лучше бойся соврать, чем я обнаружу ложь. Почему ты зашел в его биополе, ящер? Как и у всех других, зашел поживиться. Ты знаешь, это нарушение закона мироздания? Человечатиной. Человечатина. А я обожаю ящерятину поджаривать и скидывать в галактическое ядро. Иногда притягиваю их в пирамиды и сдаю их межгалактической полиции вместе с ящерами. Вот у меня такое хобби, а у тебя человечатина, как ты говоришь. Давай сегодня проверим, что хобби лучше, ящер. Давай. Хорошо. Второй спрут, сколько ты находился в этом биополе? Второй спрут родился от первого, занял свою позицию на спине. Крестец, да. Крестец. Отсюда и боли в спине. Инсектоид, как долго стоит твой инкубатор уже в этом биополе? 1,5. А сколько ты находишься в этом биополе? 1,8. 1,8 года. Хорошо. Бес ворчит, что-то говорит, какой несговорчивый. Не слышу, что он ворчит? Какой несговорчивый, говорит. Ты несговорчивый. Ты знаешь, бес, тебе стоило навести справки, куда ты попал реально. Хотя бы спросить того демона Вельзевула, который стоял на этом месте, где ты стоишь. Я думаю, после этого у тебя подпало бы всякое желание вообще говорить глупости. Потому что они могут быть не поняты или поняты неправильно.
Итак, интерференты. Сейчас мы переходим к отчуждению чужеродной энергии, реверсовой энергии. Я даю команду тонкой копии Павла спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в его биополе. Каналы выстраиваются, в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Павлу. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он получил от Павла, все, что получил Павел от них, возвращается к ним. Я даю команду на счет 3. Конструкция ящера, установленная в биополе Павла, на счет 3 отключается до 100%. И отправляется в клетку-тюрьму. Выходит безболезненно из всех его 7 тонких тел, отправляется в клетку-тюрьму. Есть. Выстраивая канал к этой конструкции. Верочка, чуть-чуть микрофон поближе. Выстраивая канал к этой конструкции от Павла. 1, 2, 3. Реверсом отдаю все негативные патогенные энергии, которые пришли от этой конструкции. 1, 2, 3. Мощнейший поток. Готовы. Отлично. Ждем окончания всех реверсов. Закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Павел забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Это к Павлу назад. Да будет так, а так и есть. Опиши. Но ему свет идет оттуда. Значит, свет воровал. Хорошо. Готов. Отлично. Инзиктоид, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, инкубатор, жидкость, все отсасывай и докладывай мне о готовности к проверке, возвращаясь в клетку, потому что проверка будет произведена несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет в биополе, он сгорит по каналам. Такое бывает очень часто в этой комнате диагностики. Приступай, инзиктоид. Готово. Оба спрута выходят, один с головы снимает, другой со спины, с крестца. Отключается полностью, возвращается в клетку. Приступайте. Нижний снял. Хорошо. Верхняя жидкость в голове. Откачивай всю жидкость. Это каша в голове. Готово. Хорошо, бес выходит, снимает все свои подключки, рассказывает, как они действовали. Приступай. Есть что-то еще в твоем биополе, кроме веревок? Есть, да, в ногах есть еще. В его биополе. Хорошо, вытаскивай все. Лярвы есть в его биополе, бес? Есть. Где, опиши? Он говорит, там, где больно. Ну, там в многих местах больно было. Спина лярва у него. На спине, хорошо, еще где? Голова? От второго спрута. Он что-то так морщится, наверху возле уха есть. А что ты морщишься? В чем проблема? Не любит он спрутов. Понятно, но эта лярва все равно она сформировалась. Это твоя чистота или нет, эта лярва? Моя. Вот я поэтому и спрашиваю, мне ее сжигать или отдать тебе? Мне, конечно. Вытаскивай сначала все, что ты оставил, отключайся. Что он снимает, Вера, посмотри. Ну, руки, от рук, вернее, на руках что-то осталось там у него. Угу. Он же дул на руки, да? Видать, боль была. Что я давала это передавливание рук, без? Отток энергии вниз ко мне. А какие действия он совершал этими руками, связанными? Никакие, не мог ничего делать, не связаны. То есть ты воровал практически просто так у него энергии? Почему он не мог защититься? В тебе всего 8 герц. Что это просто так-то? Есть причина? Я, видишь, какую придумал конструкцию? С рук прямо ко мне стекало все. То, что ты придумал... А, он нервничал. Он нервничал вот. И... Вот это меня интересует. Объясни мне. Какие? Что тебя притянуло? Его он раздражало все. Понятно. От чего шло это раздражение? От всего. От того, что он не может делать руками. Ну, то есть это так, как бы символично, что ли, не может делать. Он его перевязал. Ну, я понял. Хорошо. И как долго руки были перевязаны у него? 7 месяцев. Хорошо, 7 месяцев. Давай, докладывай, когда ты все снимешь. На ногах у него утяжелители он снимает. Понятно. Они как тапочки одеты такие. Вижу. Очень тяжелые. Их что-то красными вижу. Он говорит, я освобождаю.
Ну ты посмотри, ну бесам реально просто вот хватает самоутверждения. Он освобождает. Я тебя, бес, освобождаю, а не ты его. И его освобождаю. Он снялся. Хорошо. Разрешаю тебя освободить его от лярв. Можешь произнести пламенную речь. Освобождаю тебя от лярв. Итак, на спине была лярва. Где еще, рассказывай? Ухо. За ухом. Угу. Хорошо. Еще где? У него ухо, кстати, проблемы с ушами. Откуда эта проблема пошла? Это не из прута? Подожди, не мешай. Дай мне лярвы. Хорошо. Но он их ест, он их чавкает. Получает удовольствие. А сухо он ее прямо вытянул изнутри лярвы. С какого уха это было? Левое или правое? Секунду, если он ко мне стоит лицом. Да. А ты как видишь? Справа получается. Хорошо, справа. Итак, чье это воздействие на уши было? Говорит, откуда я знаю, космических спрашивай. Я спрашиваю Я спрутов спрашиваю. Спруты – это ваше воздействие из ушей? Паразиты. Абсолютно верно. Итак, паразиты. Спрут. Подожди, бес забрал эту, он меня отвлекает просто, он забрал сухо лярву. Лярву и говорит, на жопе можно забрать. Ну забирай. На спине она. Ну понятно, на спине забирай, да. Забрал. Итак, я спрашиваю спрутов, это ваша работа была с этой лярвой в ушах? Кто из вас? Верхний разводил живность. Да. Потомство разводил. На голове, да. Внутри он собрал, он, в общем, заселил свою голову водой. Кошмар. Жидкостью какой-то, хлюпающей. Да уж, реально паразиты. Я жду ответа, кто сделал проблемы с ушами? Спрут верхний. Понятно. Уши, глаза. Все, что там есть, он заполонил этой водой. Угу. Хорошо, Вера. У нас, я понял. У нас, значит, все забрали и все вытянули, да? Я так понимаю. У ящера я сам вытащил, два спрута вместе вышли, и бес вышел. Да. Все, хорошо. Значит, я тогда даю команду на рассинхронизацию Павла. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Инсектоида есть все остатки. Сжигает сканер на месте все остатки от инсектоида. Инсектоид, ты что, меня моей команды не слышал? Я сказал все вытащить. Он нервничает, очень хочет собрать, что там осталось. Стоп, останавливаю процесс. Инсектоид, значит, ты меня обманул, да? Он не со всех тел забрал. Все, что осталось на чистоте инсектоида, выходит из биополя Павла. 1, 2, 3, зависает в воздухе. Готов. Что у нас там? Ну, похоже очень на фантомные какие-то конструкции. Понятно. Открывается портал в галактический дроид, уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Бес говорит, все бы были, как я, никаких проблем бы не было. Но эти паразиты космические вечно что-то придумают. Вот не могу с тобой не согласиться, что они паразиты космические. В этом ты прав, реально. Готов. Отлично. Все. Ничего нет, да, Вера? Нет, чистый. Подхожу к Павлу, помогая моей энергии сделать на счет 3 импульс. Высокая вибрационная шока удара отсечет себя все каналы. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро, канал уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, мы закончили с этим. Буду отпускать. Кто из вас еще находится в квартире? Никто, квартира чистая. А, мы защищали ее все. Хорошо, инсектоид, тебе сегодня повезло. Ты готов уходить? Готов, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Инсектоид забирает все, что с собой принес, уходит на свою частоту. Спруты готовы уходить? Готовы. Открывается наверху один портал на частоте спрутов. 1, 2, 3. И оба спрута уходят в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Хорошо. Философ-бес готов уходить? А как же?
Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая печать, растворяй, став огненную пентаграмму. Есть. Хорошо, у нас в клетке осталась конструкция ящера. Эту конструкцию я устанавливаю в ящера. 1, 2, 3. Подключаю эту конструкцию. Не может ее снять. Перепрограммирую эту конструкцию на 10%. 1, 2, 3. Пошел процесс. А рычит. Ящер, ты ж хотел со мной повоевать? Давай, воюй. Я же не против. Ты должен прочувствовать. Выстраивай канал от Павла. 1, 2, 3 к ящеру. Возвращай ему назад всю эту боль за 3 года, всю эту боль за 7 лет, которую ящер нанес ему свои конструкции. 1, 2, 3. Пошел возврат энергии, возврат боли. За 1 минуту все назад. Прочувствуй, как ты воздействовал на него. У него выходит что-то из него. Ну, плохо. Подключаю конструкцию. Хорошо. Прошу Ли выйти со мной на связь. Она на связи. Ли, у меня здесь ящер затерялся. 7 лет сидел в биополе. Посмотри, пожалуйста, по твоей части. Ты ему шоковый удар сделал. Это как удар током. Для человека у него свертывание его крови или что это произошло. Из него вышла коричневая масса какая-то. Я ему просто вернул назад его боль, которую он доставил человеку за эти 7 лет. Возможно, боль была очень сильная, посланная с его стороны. Соответственно, она воздействует на него таким образом. Не хотел его ломать, но дело в том, что у нас стоит здесь человеческая душа, которой он 7 лет над ней измывался. Если хочешь, я там вытащу из него конструкцию. Вытащи конструкцию. Я даю команду на счет 3. Эта конструкция выходит из ящера. 1, 2, 3. Отключается полностью. Идет в соседнюю клетку. Под конструкцией открывается портал в галактическое ядро. И конструкция уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Не будет забирать ящера и подлечит его. Хорошо. Готов. Отлично, благодарю, Ли. Хорошо, включаем высоковибрационные фиолетовые лучи, они вытесняют остатки от ящера, все, что там осталось. За пределы этой комнаты остается кристально чистая комната. Твоя энергия моя и Павла. Готов. Хорошо, Павел, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Благодарит, чувствует он. Излечает. Многое понял, мне нужно время. Хорошо. Будем отправлять вас назад, ваш биоробот. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Павла в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он как-то, знаешь, вдыхает в тебя свое тонкое тело и говорит, что мне всегда это помогало. Готов. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.